Здравствуйте, друзья. Хочу поделиться как бы некоторым наблюдением, радостным для меня лично. Потому что когда вы имеете канал на YouTube и заходите в этот канал, как владелец канала, вы видите такую отчетность, аналитику там всякую. И там чудовищное количество всяких параметров, показателей, по которым вы можете там отслеживать во времени, как ваш канал, значит, там функционирует, и географически, там по странам, по мужчинам, женщинам, там по лайкам, по дизлайкам, по подпискам и отпискам, и я уже не знаю, там масса всякого. И в этом есть свой прикол, потому что, как бы плохо там не было в одном месте, всегда найдется какое-нибудь место, где какой-то прогресс, допустим. Поэтому интересно посматривать. И вот один из показателей, которые там есть, это количество просмотров, то есть посещений, да? View они это, по-моему, называют. Там такой раздел называется performance. И в этом вот этот performance, это значит, сколько народу пришли там вот посмотреть твои видео. Это может быть полсекунды, это может быть полное видео, это отдельный показатель там. Ну вот сколько было. И так, ну мы проедем светофор, да, проедем. И вот во времени, надо сказать, что и год назад, например, с точки зрения подписки, было несколько месяцев, когда там было там по 3000 подписчиков. Потом был какой-то спад, доходило там до 1400-1500, вот мы про подписку. С января, буквально с 1 января этого года, что-то такое рвануло. Стало и подписчиков больше, так они активнее стали подписываться. И отписываются примерно треть. То есть вот, как бы, скажем, если 1000 человек новых подписчиков, то стало быть из них 333, там, грубо, 330-340. Значит, они отписались. Поэтому это такая пропорция, она очень хорошо действует. Я вот, у меня на канале точно так, мы с Натальей сейчас Вик посмотрели, я глянул на ее канале статистику, то же самое, примерно вот треть. Ну, а тут, значит, просмотры. И был момент, когда этих просмотров, это было где-то, наверное, в апреле прошлого года, вот перед тем, как мы в Италию поехали, доходило там чуть ли не до 920 тысяч, там 915 тысяч этих просмотров. И я не то, что специально для этого стараюсь. Ну, то есть я делаю, как делаю. Ну, я просто наблюдаю. И тут, значит, я смотрю, сегодня у нас 1 000 000 просмотров. Значит, первый раз за все дела, там, сколько мы этим занимаемся, у нас вот за месяц, за 30 дней 1 000 000 просмотров, там чуть-чуть больше, там типа 1 000 000, там еще 500 или там 450, в общем, такая какая-то необычная штучка. Может быть, завтра уже не будет того 1 000 000, может быть, там упадет. Но вот сегодня есть, то есть мы достигли такой какой-то пиковой нагрузки. Я не знаю, может быть, мы там закрепимся и дальше будет много, не могу сказать. Конечно, это связано, наверное, с тем, что у нас за последние там несколько недель подошло больше зрителей, которые из канала Наташи Квик и те, что вот с канала Балашова, Геннадия Балашова с Украины, ну или я не знаю, откуда они, наверное, в основном с Украины, конечно, я подозреваю. Вот, и может быть, они там как-то активно смотрят, не могу сказать, но сам по себе факт очень приятный, и, значит, вот у нас такой канал миллионщик. Во всяком случае, хоть один день, но вот такой наш миллионный день. И я хочу сказать, что помимо тех писем, вы не знаете, сколько я получаю писем потрясающих, где люди рассказывают свои истории и там благодарят за что-то. Я себя чувствую себя неудобно, потому что я думаю, ну что, так они уж прям думают, что я там как-то сильно. Я просто рассказывал. То есть я рад, что им помогло. И мне очень приятно, что как бы они считают, что вот их там успехи как-то со мной связаны. Но я, в общем-то, понимаю, что просто они ждали кого-то, кто вот скажет им вот это. Не был бы я, был бы другой. Когда есть ученик, учитель появляется. То есть достаточно, чтобы был ученик. Вот. А пока ученика нет и учителя нет. В общем, я не отношусь к этому уж прям так вот, как это называется, не принимаю это face value, да, как у нас говорят. Значит, но тем не менее приятно. И, ну,
но и чисто такие статистические параметры, они тоже интересны. Это какие-то маленькие достижения. Не то чтобы мы специально там работаем за спасибо, там блогеры, да, или не то, что мы специально работаем за то, что нам там письмо написали, или там подписчиков стало больше и так далее. Я не знаю, вот я посмотрел, кстати, у Наташи Квик, я сравнил, значит, у нее трафика, ну скажем, раза в три меньше, чем у меня, а по рекламе, может быть, процентов 20 меньше денежки по рекламе. То есть у нее люди, которые ходят, они то ли как-то они активней, там эти клики там на что-то там нажимают, я даже не знаю, чем это все объяснить, но тоже интересно. Объяснений нет, но интересно. Очень много интересного. То есть ты как бы узнаешь что-то такое о жизни, о себе, о YouTube. Какое-то новое измерение такое в жизни появилось, нежданно-негаданно. Как-то я даже не имел в виду, но вот вот так вышло. Я на самом деле очень рад, что так вышло, иначе бы мы с вами не пересеклись там в виртуальном пространстве. И не узнали бы вы, как строятся пристройки, и там, как морские львы, значит, бороздят просторы Тихого океана в районе Санта-Крус. Вот, так что я нас всех с этим миллионом поздравляю, так вот, поделим на всех по-братски. Кстати, там рядом с просмотрами следующая такая, ну, следующий прямоугольничек рядышком с ним, там написано количество минут, которое затрачено зрителями, значит, за это время, за отчетный период. И там получилось так, что, значит, 5 миллион посещений и где-то без маленькой копеечки 6 миллионов минут. Так что можно сказать, что вот сколько общественно полезного времени потрачено в среднем, значит, 6 минут на один просмотр. Учитывая, что там масса просмотров таких чисто символических пришел и ушел, то я, в общем, хочу сказать, что довольно многие из нас, из вас тратят существенное время, глядя эти видео, просматривая эти видео, и как бы такая ответственность на самом деле на меня ложится, чтобы не подкачать и чтобы оправдать ожидания. Так что я вот обещаю стараться и внимательно прислушиваюсь к вашим комментариям, замечаниям, советам и так далее. Счастливо, ребят, спасибо.